Друзья, всем привет! Я сегодня в Ашане и с обзором полезностей. Полезностей для орхидей. И вот сейчас я хочу вам показать, что наш с вами энергетический стимулятор стоит буквально копейки. Вот янтарин 109 рублей. И нашатырный спирт, вот такой вот, видите, 10% нашатырный спирт, аммиачная вода. Второй компонент, из которого состоит цукцинат аммония, 89, ну пускай 90 рублей. Итого, друзья, итого у нас получается 200 рублей, практически 50 литров. 50 литров цукцината аммония, если все это дело смешать. Вот такое вот у нас орхидеи. Буйские удобрения 44 рубля. Ну, друзья, немножко подорожало. Было 39 рублей весной. А вот тоник. Тоник от Бонефорте для листьев. О, нравится орхидеям, друзья. Наконец-то. Наконец-то вот этот тоник, друзья, в том цвете, который должен быть. Легка желтоватенький. Видите, просвечивается. Не такой черный. Ого, вот это агрикола новиночка за 329 рублей. Ну, однозначно, вот этот лучше. Нравится орхидеям, друзья, лучше. В нем тот же компонент и плюс еще дополнительные микроэлементы. Нравится орхидеям намного лучше, друзья, тоник. Так, ну что, посмотрим, что у нас тут еще интересного имеется. Это у нас компа удобрение. Пару лет назад мы его тестировали у нас на канале. Ну, практически ничего нового. Все мы уже это протестировали, все уже опробовали. А, нет, друзья, вот смотрите. Вот такие вот. Уже, по-моему, второй раз мне попадается вот это вот удобрение. Идеал для орхидей. Я все никак не решусь взять его и попробовать. 58 рублей стоит. Все остальное мы практически и фаска мы пробовали. Фертику вот эту вот пробовали. 243 рубля стоит. Кстати, тоже неплохое удобрение. И более того, здесь присутствует калий, друзья. Калий немножечко побольше, чем всего остального. И именно поэтому это удобрение именно провоцирует цветение. Потому что калий, в одном из видео я уже вам рассказывал видео, вот видите, калий, здесь его процент немножко побольше. В буйских удобрениях там азота побольше, то есть более такого, знаете, для роста. А здесь у нас такой калийный, то есть вызывает цветение. Это удобрение. У нас есть плейлист на канале, можно открыть, посмотреть. Мы сейчас новый проект «Калий для орхидей», так и называется. Можно посмотреть все видео. Мы как раз-таки экспериментируем, удобряем калийными удобрениями. Так, это у нас цитокининовая паста. Цитокининовая паста 71 рубль. Но, друзья, хочу сказать, что этого производителя цитокининовая паста не очень она, как сказать, ну, в общем, 50-50, 50 на 50. То есть не гарантированно выдает результат. Так, посмотрим, что у нас с горшочками. И пойдем посмотрим, что у нас с орхидеями в Ашане. Давно не делали уже обзоры. Хотя нет, в Ашане именно орхидеи мы делали обзоры. А вот полезностей горшочков особо мы не делали. Я хочу вам показать, почем сейчас у нас горшки стандартные. Обычные. Вот. Стандартный горшок. Вот 52 рубля. Вот в него я хотел посадить у Ценочки орхидеи. Мы с вами вчера пересаживали эти орхидейки, но это маленький. За 52 рубля это маленький. И более того, он еще и без выемки в серединке, друзья. Выемки у него нету. А вот у этого, друзья, этот горшок маловатый был для орхидей. А вот мы с вами посадили в такие вот литровые горшочки. Так, о, кашпо, друзья, прозрачное кашпо. Одно единственное стоит по цене, такой, знаете, прям смешной цена. В чем подвох?
Нет, это ошиблись. За 168 оно, а не 35. Я уже думал, за 35 уже обрадовался. Думаю, сейчас хапну. Нет, друзья, это не туда поставили. Так, серия горшков от Arte с удлиненным дном. С, точнее, не с удлиненным, а с увеличенным дном для фитильного полива. О, квадрат, друзья, посмотрите, какая прелесть. Квадратный горшок сюда можно посадить, либо, ух ты, 479 рублей. Вы знаете, я что-то в последнее время остыл от дорогих каких-то непонятно эксклюзивных горшков. Все больше и больше предпочитаю такое, знаете, все понятное, простое, доступное. Например, мерные стаканы, либо кашпо прозрачные для орхидей. Ого! Друзья, грунт по цене крыла Боинга. Готовый грунт. Так, пойдемте посмотрим, что у нас из стекла для орхидеи имеется. Это у нас каркаде эти подсвечники. Точнее, каркаде, ну да, подсвечники, фужеры, да. О, друзья, 255 рублей после, наверное, наших видосов на канале. Все маленькие разобрали, остался вот такой вот один. Ну, действительно, орхидеи очень эффектно смотрятся в таких вот емкостях. Но, конечно, есть некоторые нюансы с уходом за орхидеями. Не дай бог, где-то что-то где-то стукнется и треснет. У нас уже вовсю к Новому году, друзья, готовится все. Смотрите, гирлянды, мишура, все есть. Так, посмотрим. Чуть-чуть потише мы здесь будем. Посмотрим, что у нас здесь из орхидей. Так, есть ли что-то нового из завоза? Так, цена 599 рублей, 600, можно сказать, да? 600 рублей, ну, скажем так, демократичные. А вот орхидейка привлекла мое внимание. Вот такая вот интересная в крапушку орхидея. И корни вроде неплохие. Что еще у нас здесь интересного есть? На что у меня глаз упадет? О, друзья. Вот смотрите, какая нежная. Топленого молока. Цвет топленого молока такой интересный, или сливочный цвет. Вот, в сравнении с белой орхидеей, посмотрите, как они, такая легкая желтизна, или цвет выцветшей бумаги на солнце, да, газетной, такая желтеет, желтая становится. Очень интересная орхидея. Кстати, у нас такая на канале есть, я ее назвал «Желтый редлип». Да, желтый редлип, она есть, и мы ее тоже разыграем в одном из розыгрышей близлежащих. Может быть, даже в ноябрьском. Так, вот это вот у нас орхидея, посмотрите, какая. Вот в цветовой гамме белая, нежно-желтая. И вот такая вот, что-то такое, знаете, розово-персиковое, что ли. Розово-персико-коралловое с телесным каким-то таким напылением. Очень интересное. Так. Здесь у нас желтая вкрап орхидеюшка, интересная. Ну, она не новая, довольно-таки уже давно. Ух, какие корни жирненькие, хорошие орхидеи. Так, ну, вы знаете, вот я смотрю, цены хорошие. О, вот это, во, друзья, вот это вот эксклюзив. Посмотрите, какой у нее необычный окрас. Вроде смотришь издалека, обычные как бы розовые щечки, румянец. Но когда приближаешься, смотришь, что этот румянец состоит из крапушек, мелких крапушек. Да еще и губа такая интересная, ржаво-крапчатая. Посмотрите, как они друг друга дополняли бы эти орхидеи, которые, если вместе их поставить, желтую и вот эту вот стесняшку. Так, что еще у нас тут интересного имеется? Так, вот на этих полочках еще. Да, сейчас, друзья, орхидеи постоянно новые завозы привозят. Погода хорошая, погода шепчет. Обычно всегда вот в осенне-зимний период. Да, 599 здесь тоже цена. Ну, 600 без одной копейки, интересно. Без одной копейки. Сейчас, да, нету дефицита в поставках. О, друзья, мини-мультифлорочки. Вот эта вот орхидея похожа на один из вариантов Кренбери Чача. Вот такая вот. С корнями здесь все плохо.
Это уже орхидея реанимашка, можно так сказать. Так, о, смотрите, какая интересная. Вау. Ну, вот на первый взгляд, посмотрите, она белая. Но если приблизиться поближе, то можно заметить, что у нее такой краб у основания лепестков. И это похоже очень на цветение яблони. Орхидеи яблони. Ну, в общем, не орхидеи яблони, а яблони. Просто яблони. Вот, дерево яблони. Вот, интересная такая, знаете, орхидеи надо рассматривать только вблизи. Посмотрите, какая прелесть, какая нежнятина. Просто обалденная она. А цена у них 883 рубля. Друзья, лучше, конечно, стандартную купить. Но тут, как говорится, на вкус и цвет. Вот орхидеи на Red Leaf похожие. Или это ассоциация. Ну, они одинаковые абсолютно. В общем, друзья, вот такой вот сегодня обзорчик цен. И что у нас в наличии в Ашане на данный момент имеется. Всем пока!